Приветствую вас. Итак, отвечая на первый вопрос. Да, такие способы, безусловно, есть. Давайте я сначала разберу примеры, да, потом уже поговорю непосредственно о способах. В динамике девочка сказала, что бросает тебя. Ты кричишь на нее, плачешь и другое. Ну вот смотрите, девочка сказала, что бросает тебя. Ты кричишь на нее, плачешь. Крик и плач говорит о потребности человека в большей степени получать, а не отдавать. Но отношение подразумевает отдачу, а не получение. Это означает, что когда мы кричим и плачем, мы говорим, что мы чего-то хотим, но при этом игнорируем желание другого человека. Надо сказать, что если мы свою потребность в том, чтобы получить то или иное, постоянно подавляем, то в такие ситуации потребность проявится, потому что появится страх. Страх, что я больше не смогу получать то, что я получал от, например, нее. То есть крик и плач – это эгоистичное поведение. Но это эгоистичное поведение является вынужденным, потому что человек не реализовывал свои желания самостоятельно до девушки. В какой-то момент включается сознание и говорит, что это не делается, все не просто так, это просто рационализация, не более того. Если бы она не бросила, тебя мучился бы всю жизнь. Это не сознание включается, это интеллектуализация, по факту. Это механизм защиты такой, что первое, что второе, это механизм защиты. Вот. Первый механизм защиты, это просто интеллектуализация, вот первая, под циферкой 1 и скобочка, вот. Второе, это, если бы она не бросила, мучился бы всю жизнь, это механизм защиты принижения. То есть, по факту, это просто механизм защиты, вот. А в реале же происходит то, что человек беспокоиться за удовлетворение своих потребностей, возможно, за свою безопасность. То есть какие-то базовые желания по Маслоу, например, подвергаются угрозе. Вот. В динамике возникла спорная ситуация на дороге. На тебя накричали, ты не кричал, возник спор, драка. Ты приехал домой, твое сознание говорит, надо было спокойно извиниться и ехать дальше. Опять же, поймите, далеко не всегда в таких ситуациях нужно было извиняться. И далеко не всегда в таких ситуациях крики, драка, спор являются чем-то неправильным. Скорее, даже наоборот, иногда нужно спорить, иногда нужно кричать, а то и драться. Поэтому, когда сознание говорит, надо было спокойно извиниться и ехать дальше, а вы при этом накричали, то это чувство вины. Это кто-то из ваших родительских фигур у вас в сознании говорит подобным образом. Но ваше-то желание было накричать, соответственно, нужно представить себе вот эту ситуацию. Для чего я кричал? Что я хотел? Что меня волновало? Какие чувства были актуальны для меня в момент, когда я кричал, спорил, дрался и так далее? В динамике, я так понимаю, работает бессознательная и химия, нейромедиаторы. Потом включается сознание. Возможно ли как-то ускорить включение сознательного, либо вообще, чтобы оно включалось вперед бессознательного и химии? Нет, чтобы вперед включалось невозможно, а вот ускорить, да, возможно. А для этого вам понадобится упражнение
психологическом, который можно взять, например, у Фридриха Перлза, по-моему, так его зовут, ну, Перлз. Перлз, практикум по гештальт-терапии. Там упражнение есть на включение сознательного, как раз. Бессознательное главным образом влияет на выделение нейромедиаторов. На выделение нейромедиаторов влияет рефлекс. Либо врожденный, либо условный. Как перепрограммировать бессознательное, убрать иррациональное и добавить рациональное? Перепрограммировать бессознательное можно только работая с ним. Бессознательное, на то и бессознательное, что вы его осознавать не можете, это может делать только другой человек со стороны. Поэтому вы не можете отделить одно от другого, то есть рациональное и нерациональное, вы не можете увидеть пользу одного и другого, да? Вот. И у вас получается в голове каша. То есть бессознательное – это что такое? Это ваше желание. С бессознательным нужно работать, то есть бессознательное нужно вытащить. А для этого необходимо вам погрузиться в определенное состояние. Для этого используется, например, возрастная регрессия, метод свободных ассоциаций, да, и так далее. Иногда используется гипноз, но это реже и опаснее данная процедура, вот. И, соответственно, проживаются ваши желания, которые вы забыли, но которые, тем не менее, влияют на вас. Вот. И так программируется, то есть бессознательное программируется, каким образом? Реальные желания ваши, которые вы в себе подавили, вспоминаются, вытаскиваются, а рациональное уже учится эти желания удовлетворять правильно. Вот. Но опять же, сами вы этого сделать не способны никак, потому что у сознания есть, значит, у сознания есть определенный предел того, насколько оно само себя осознает. Я так подозреваю, что это длительный процесс, и тут надо человеку на протяжении долгого времени работать с самим собой. Нет, не с самим собой, а с психологом. Либо с психоаналитиком, либо с психологом. С чего начать и чем продолжить? Начать, я бы предложил вам начать с того, чтобы вы вспомнили, каким вы были в детстве. Каким вы были мальчиком. Я бы предложил вам нарисовать себя. Образ своего я. Ну, образ мальчика. Вот каким вы были мальчиком. Я бы предложил вам вспомнить самые яркие моменты своего детства и описать себя тогда. То есть, каким вы были тогда. А после этого представить себе, как бы этот мальчик поступил текущей ситуации, в данной ситуации. А почему бессознательное не слушает сознание? Нет, организм здесь абсолютно ни при чем. Бессознательное не слушает сознание только по одной простой причине, что сознательное – это внушенные родителями, обществом, культурными ценностями, информация, нормы, правила, этика, ценности и так далее. А бессознательно это совершенно противоречивые всему вышеперечисленному желанию. И поэтому сознательное очень редко случается сознание. Кроме того, поскольку это бессознательное, то оно не сознается, то есть не имеет отражения в сознание, а то, что не имеет отражения в сознании, принято называть влечением. И влечение человеком воспринимается, как правило, очень негативно, самим человеком, негативно, запретно и так далее. Вот, потому что людей не приучают
слушать свои желания с детства и не приучает их удовлетворять, а приучает наоборот подавлять их и принижать, и обесценивать, самое что интересно. Вот. Расстроился по какому-то факту, сознание говорит, это фигня, это механизм защиты, который называется принижение. Иди отвлекись, поработай, это тоже механизм принижения. Ты вроде осознанно соглашаешься, так осознанно предпочитаешь, и также осознанно предпочитаешь погрустить. Нет, здесь на самом деле как-то вы, здесь на самом деле вы как-то не очень правильно все сформировали, если честно. Ну, допустим, вы расстроились. Или я расстроился. Я расстроился. Сознание говорит, это фигня. Это не говорит сознание, это не я говорю, это говорит мой родительский голос, который принижает то, что я расстроился, принижает мою эмоцию, мою эмоциональную реакцию. Понимаете? Потому что если я расстроился, значит для меня это важно. И я должен понять, что именно меня расстроило, чтобы извлечь опыт и скорректировать свое поведение. Понимаете? Какая история. Так, ты вроде осознанно соглашаешься с этим сознанием, и также осознанно предпочитаешь погрустить. Понимаете, согласие с сознанием здесь, это очень похожее поведение с родителями. Когда очень строгие, например, родители говорят нам, что нужно делать, мы с ними соглашаемся, а при этом зная, что мы все равно сделаем по-своему. Вот то самое здесь происходит. Мы говорим сознанию, да, конечно, конечно, да. Ты прав. Но я-то все равно хочу погрузить, я погрузчу, и ты ничего не сможешь сделать. Поэтому, по сути, это тупик. Вы не позволяете себе, ну, я не позволяю себе понять, что именно меня расстроило, то есть не позволяю возвести в необходимую ценность то, что произошло, чтобы извлечь опыт. Но в то же время я никуда не убегаю от этого ощущения и все равно грущу, только без толку. Какой важный вопрос я не задал. Если честно, Антон, я без понятия, вы сами задаете вопросы, и я бы сказал здесь только, какой вопрос вы не задали, но самый простой. Какая у вас конечная цель? Превратить себя в робота? Полностью подвергнуть самоконтролю все, что с вами происходит, полностью убить в себе все чувства, которые вот к чему вы сейчас идете. Почему вы так бежите от всего эмоционального? Чем оно для вас так страшно? Представьте, что вы улетаете на другую планету, с которой нет способа вернуться назад, к вам подходит сын и спрашивает, папа, ты поработала психологом много лет, помогала многим людям на основе своих знаний и опыта, скажи одну фразу, после окончания которой мне будет легче, счастливее, более качественно жить. Что бы вы ответили? Знаете, звучит, если честно, как тест. Я не очень любитель тестов, я считаю, что тесты обезличивают, вот. Но я отвечу. Скажи так, слушай твои чувства и будь ребенком. Не забывай, или слушай твои чувства и не забывай, каким ты был ребенком. Вот так я бы сказал. Или так, можно еще. Не делать того, чего ты не хочешь делать, и всегда оставайся немножко ребенком. Не бойся поступать по-детски. Вот так. Можно сказать одной фразой. Надеюсь, смысл вы их поняли. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, не стесняйтесь, задавайте в личку, буду рад помочь.
Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.